Сразу, чтобы было понимание, дорогие друзья, зрители нашего канала, из-за цены. То есть в основном из-за цены хочу презентовать данный вам коттеджный поселок. И в первую очередь, конечно же, это дом, который стоит непосредственно поближе к дороге. Ну, можно рассмотреть и второе, и третье, не имеет никакого значения. Дома абсолютно одинаковые. 140 квадратных метров, 140 квадратных метров, 150 квадратных метров. Классических два дома и стиль хай-тек. Значит, участки земли маленькие, но тем не менее, назначение земли ИЖС, газ по границе, водоснабжение центральное, свет 15 кВт, 3 фазы. Наличная ипотека, проблем нет. И цена. 19500, 19500 и 19500. Какой-то первый будет продан, потом, как обычно, застройщик всегда начинает поднимать цены и так далее. Взяли этот поселок на эксклюзивную продажу, населенный пункт Черешня, 200 метров от главной дороги. А про локацию долго углубляться не будем, всего Черешня. Поэтому, кому в Адлере, адлерская сторона, здесь найти за такую цену дома, ну, крайне, не то что сложно, а фактически невозможно. Поэтому появился дом, дом капитальный, монолитный, соответственно, еще раз говорю, придомовая фактически, то есть парковка. Теоретически можно, проблем нету. Здесь ставить две машины и в этой части разобрать брусчатку и сделать бассейн, если вам он нужен. Все, там мангальчик поставить и так далее. А так вокруг дома мощнейшие подпорные стены и, собственно говоря, в принципе, больше ничего. Да? Если мы выйдем, я вам покажу здесь, насколько тоже, значит, по периметру забор, мощнейшие ливневки, еще раз говорю, все подпорные стены, бетона очень много, ростверк, свая, посмотрите, пожалуйста, какая мощь. Это по всему периметру. Сейчас мы в конце все-таки сходим, я думаю, в хай-тек поднимемся, хотя, в принципе, видовые характеристики с балкона тоже будут открываться частично на море и на горы. Здесь подъездные пути, я считаю, для города Сочи великолепные, на самом деле, да, то есть вы спокойненько с асфальтированной дороги попадаете на бетон и подъезжаете к своему дому. Все. Все. 2,5 сотки земли, 2,5 сотки земли и 3 сотки земли. 140 квадратных метров, 140, 150. Любой дом первый продается 19500. Абсолютно. Дренажные системы сделаны, лотки проложены. Вокруг вы видите штакетник, забор. Как такового здесь, еще раз говорю, как таковой территории здесь нет. Давайте, ну, чтобы у вас было понимание, пройду все-таки покажу, да. За дом специально зайду, покажу, все, подпорные стены, ну, захотите здесь, я не знаю, мангал имеет смысл здесь ставить, его можно и там поставить. Фасадики аккуратненькие, посмотрите, как выглядит штукатурка, очень красивый фасад, на самом деле, дом мне нравится, водосточку сделали, все увели, соответственно, через дренажные лотки, то есть в этом плане вопросов нет. То есть качество и так далее, ну, еще раз говорю, я считаю, что это очень хорошая цена, как альтернатива квартире. Как альтернатива квартире, давайте вместе, как бы, будем честны друг с другом, какую квартиру мы сможем приобрести с вами за, грубо говоря, эти деньги. Ну, какую квартиру мы купим с вами за эти деньги, дорогие друзья? Никакую. 50 квадратных метров. И то это надо постараться найти квартиру по 400 тысяч за квадрат. Вот, окна очень симпатично смотрятся, двери хорошие, входные. То есть, ну, он того стоит. Кабинет больше заполнения. Вот, смотрите, как блок положили достаточно нормально. Здесь по планировке, смотрите. Ну, можно здесь поиграться на самом деле. Ну, теоретически в этой части санузел. Рядом можно сделать, значит, здесь будет стенка глухая, кухонная зона. Ну, и получается обеденная зона, если есть такая необходимость. А в этой части уже, соответственно, такая полноценная гостиная. Но также вы можете здесь, смотрите, вообще сделать изолированную спальню, например, в этой части. Можно кухонную зону сюда, например, уместить. А там оставить санузел. Здесь сделать шикарную гардеробную прихожую. Можно поиграть с планировкой, потому что 140 квадратных метров, еще раз говорю, посмотрите, какие панорамные окна, ну, красивые, достойные, пластиковые, но не дешевые, хорошие абсолютно, то есть, окна мне, дом очень нравится, я вам искренне говорю, мне дом нравится, подлечное пространство для хранения хлама, то есть, я понимаю прекрасно эту планировку, то есть, здесь, еще раз говорю, санузел первого этажа, рядом здесь стоит глухая стенка, здесь, соответственно, кухонная зона, обеденная зона, ну и здесь оставить все это под зал, а можно просто, еще раз говорю, изолировать вам спальню, если у вас необходимость есть в количестве таких спальных мест, такого количества, да, вот, монолитное перекрытие первого и второго этажа, плюс еще есть чердачное помещение, там в коньке у нас, по-моему, 1,60 м, да, ну, я понимаю, что вы его эксплуатировать особо не будете, второй этаж, также большая ванная комната, спальня номер раз, спальня номер 2 и спальня номер 3 с выходом на балкон. То есть получается, вы понимаете, да, здесь спальня внизу, то есть 4 спальни на 140 квадратных метров. Если вы внизу будете зонировать. Если не будете зонировать, соответственно, нет. Все. Ну и такой вот, не сказать, что особо панорамный, да, сквозь провода, не провода, но тем не менее, все равно, как бы, знаете, видно на море, на город имеет место быть, да. Соседство здесь достаточно неплохое, сформированное, да, уже тут вот люди живут полноценно и так далее.
Рядом тоже разные дома, есть и такие, новые, старые. Ну, потихонечку все здесь все-таки больше новых, чем старых домов. Виды на горы, зелень и так далее. Ну, давайте, наверное, я схожу все-таки. Хочу я сходить, показать вам. Немножко там сейчас еще пока работы ведутся, хоть там делают фасад. Сейчас, почему снизили так? Ну, есть необходимость вот финансово, видите, достроить все это надо дело. Этот дом уже достроен, а соседние два все равно еще немножко притормозились. Поэтому надо это все дело достроить. И тогда, соответственно, ну, из-за этого человека и снизил вам цену. Поэтому, особенно кто смотрит Адлерскую сторону, а есть у нас люди, которые, ну, прям любят, вот здесь выращивают, видите, культуры плодовые. А есть у нас люди, которые, соответственно, любят это дело, да, видите, здесь еще не доделано немножко. Но этот дом самый-самый такой вот, он уже готовый. Мне и фасад у него нравится, честно вам говорю, и рассветочка нравится, как это все выглядит. Действительно, я искренне говорю, что мне нравится за эти деньги, как бы, да. То есть у нас, чтобы вы понимали, сейчас вот снимаю, а буквально там часа три назад у нас как раз-таки был здесь показ. Вот. Ну и здесь как бы то вся та же самая история, просто земли немножко побольше. Три сотки. Есть возможность докупить вот этот кусочек, докупить. По деньги не будем сейчас, но если вам захочется, ну теоретически есть это возможность. Нужно это, не нужно, решать. Я думаю, что это не нужно на самом деле. Вот такой хай-тек дом. Здесь тоже рядом, видите, какие у нас... Какая застройка. Здесь вот классика, классический дом, классический дом, классический дом. Впереди пару хай-теков, как бы, да, здесь, ну, не совсем новый дом, да, как бы, соглашусь. Вот здесь тоже у нас растут растения. Пожалуйста, такой микропитомничек, да. Вот здесь вот такой вот дом у нас получается с вами. А мы не будем с вами тут особо углубляться по планировке, тогда у нас здесь хаос, бардак. Ну, просто вот, чтобы было понимание, да. То же самое, первый этаж там, да, есть санузел. Есть гостиная, кухонная зона. То есть поднимемся сейчас на второй этаж. Просто тут эксплуатируемая кровля у нас. Я хочу именно этот момент вам отразить, показать. Здесь на втором этаже тоже вот, выход на балкон, соответственно. Ну, допустим, здесь выделяется, например, спальня. Здесь у нас зона санузла. Здесь можно мастер спальню. То есть здесь две. Одна, допустим, внизу, не внизу. Да, мне планировка, если честно, в классическом больше понравилась. Вот я сейчас вот пробежался. Хотя этот больше по размерам, но мне больше там почему-то. Здесь, я не знаю, вот еще такое вот помещение, как вы будете использовать, и выход, соответственно, в этой части и в этой части. Пока я вот для себя вижу, вот распашные такие двери, пока вот я для себя, если бы я выбирал, я бы взял классический. 100%. Взял бы классический, даже гадалки не ходи. Ну, единственное, здесь, конечно, вот, может быть, небольшое преимущество, то, что есть вот такая вот у нас терраса, да? Есть такая терраса. Здесь можно действительно там джакузи, не джакузи, что-то расположить. Виды здесь получше. Ну, не спорю, хорошо. Виды здесь получше. Не спорю, уже такая панорама. На море открывается покруче, да? Ну, как-то вот так, да? Ну, в общем, я думаю, на этом стоит и подытожить, в принципе, я думаю, что здесь, собственно говоря, разглагольствовать много, долго, да? На этом стоит и подытожить, по большому счету. Я все водные... Ой, здесь тоже у людей, видите, вот не напрягаются. Ставят каркасники нормальные, там, разные формы, круглые, прямоугольные, и люди, объем кубатуры там хороший, фильтра он стоит, видите, и все нормально. Чистенько купаются. У кого нет возможности 3-5 миллионов на бассейн отдать, спокойно люди, как бы, и отлично себя чувствуют в этом плане. Слушайте, ну район расстраивается, застраивается. И вот еще, кстати, здесь кусочек моря, вот отсюда еще видно, да? Друзья, ну, я думаю, на этом стоит и подытожить, по большому счету. То есть обратите внимание на этот классический дом, обратите на него внимание. То есть, может, кому-то и этот зайдет. Приходите, посмотрим одновременно и тут. Пока вот первый дом, да, человеку надо сейчас получить деньги, он достроится, да приведет в порядок всю территорию. Покажем на рендерах, на макетах, как это будет выглядеть. Еще раз говорю, альтернатива квартире, то есть если по 400 тысяч за квадрат вы берете, да, то получается 50 квадратных метров квартира, да, а здесь место под парковку, все равно есть место под бассейн, под мангальзон, да, небольшая, 2,5 сотки, 3 сотки земли, небольшая территория, наличная ипотека, земля ИЖС, вода центральная, свет 15 киловатт, газ по границе, пожалуйста, у соседей у всех газ, ну, не хочу, подключаю, вот у всех, пожалуйста, газ уже заведен абсолютно, поэтому проблем нету, да, еще 350 тысяч, я не спорю, но тем не менее, и вы получаете как бы себе газификацию. Это хорошая цена, 19 500, любой дом,
на выбор. Поэтому, ну, просто вот приехал специально, чтобы вы обратили на это внимание. Артур с утра показывал клиентам нашим, но вот сейчас я приехал осветить для того, чтобы вы знали о существовании такого дома. Друзья, покупка для вас недвижимости, продажа вашей недвижимости, аренда. Если вы, вам самим лень сдавать в аренду, обращайтесь, пожалуйста, к нам. 70/30 мы работаем. Подбор любого объекта, проведение сделки, юридическое, техническое сопровождение под ключ по договору 200 тысяч рублей с нашей командой. Дальше все скидки, рассрочки от нас. И не забывайте, пожалуйста, про ремонт. Ремонты делаем каждый день. Обращайтесь, пожалуйста, в течение 3 месяца под ключ сделаем ремонт любой сложности вам на вашем объекте. Все, ссылочки на Инстаграм, ВК, Телеграм-канал, Рутуб, Ютуб и все социальные сети есть в описании под каждым роликом. Либо пишите мне на WhatsApp по номеру телефона, который всегда видите в левом нижнем углу экрана, и я вам, соответственно, скину ту социальную сеть, которой вы пользуетесь. Я вас всех обнимаю, всем счастья, здоровья, любви. С вами был Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи и не только. Семья, всем привет и семья, всем пока. Низкий вам поклон. Спасибо, что досмотрели видеоролик до конца. Все, жду вас всех на просмотры. И будем, соответственно, любоваться великолепными видами на море, на горы, да и в принципе. Здесь, знаете, кто способен, тот увидит прекрасное. Кто не способен, тот скажет: о, старенький дом какой-то здесь впереди, как бы, мне не нравится. Я не собираюсь вертеть там камеры, что-то от вас скрывать. Что есть, как есть, да. У каждого дома есть свой покупатель. И у этих домов 100% тоже. Обнял. Пока-пока.